մեր եթերը շարունակվում է։ Գնալով այն էթնիկ զտումը, որը իրականացվեց Լեռնային Ղարաբաղում, մեր հայրենիքի մի մասում, Արցախում, Ադրբեջանի կողմից եւ որը կարելի է ասել ակնհայտ կերպով սպասարկվում էր նաեւ Ռուսաստանի կողմից եւ որը հետեւում կանգնած էր նաեւ Թուրքիան, գնալով ավելի եւ ավելի մեծ միջազգային, այսպես ասեմ, պատասխան է ստանում, որովհետև այս հարցը բարձրացվում է տարբեր երկրների կողմից, այն վաղուց բարձրաձայնվել է եւ բարձրացվել է ԱՄՆ-ի կողմից, Ֆրանսիայի կողմից, Ֆրանսիայի Սենատը նույնիսկ ընդունել է բանաձև, որով առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել էթնիկ զտմանը։ Տարբեր երկրներ են այդ մասին խոսում, Նիդերլանդները, Բելգիան, մի խոսքով։ Մենք այսօր իմացանք, որ էթնիկ զտմանը անդրադարձել է մի երկրի խորհրդարան, որը կարծես թե մեր տարածաշրջանից եւ ընդհանրապես աշխարհի քարտեզում բավականին հեռու է գտնվում, դա Ավստրալիան է։ Այսօր Ավստրալիայի խորհրդարանում քննարկում է ծավալվել, որը նվիրված էր Արցախում էթնիկական էթնիկ զտումներին։ Եվ Ադրբեջանը այնտեղ ուղիղ կերպով падգամավորները, որոնք այդ քննարկումը ծավալել են, Ադրբեջանին մեղադրել են էթնիկ զտումի մեջ եւ շատ ուրախալի պետք է լսել այս պահը Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիայի մեջ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ այսօր իմ հյուրն է, որի հետ մենք կնքնարկենք այս ամենը, որը նոր է վերադարձել Ավստրալիայից, բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը։ Ալեքսանդր, приветствую. Добрый день. Ты, как я только что сказал, только что приехал из Австралии, и я говорил о том, что сейчас происходит в австралийском парламенте. Стало ли для тебя лично это неожиданностью, вот это обсуждение? Я бы сказал так, что я предполагал, что от моей поездки должна быть польза. Все-таки проведена колоссальная работа, то есть без преувеличения. И я очень, кстати, благодарен армянской диаспоре Австралии, которая очень сильно мне помогла. Без их участия, наверное, не было так масштабно. То есть я встретился с 23 депутатами австралийского парламента и сенаторами, их всего 76. То есть, грубо говоря, 30% всех австралийских политиков, я с ними встретился в течение 2 недель в Австралии. И причем с каждым из них отдельно, это не то, что вот мы все вместе собрались за столом, то есть с каждым была отдельная беседа. И эти люди, абсолютное большинство из них, они не являются сторонниками Армении. Я бы даже больше сказал, большинство из них, наверное, не знают, как столица Армении называется. То есть в первую очередь они изъявили интерес встретиться со мной, в первую очередь из-за моей истории. То есть им было непонятно, почему Азербайджан преследует израильского блогера и журналиста, и связано это с антисемитизмом в Азербайджане, или это просто преследование свободной прессы. И под этим, скажем, соусом, вот под этим контекстом, я с ними выходил на тему того, что произошло в Арцахе, этнические чистки, убийства, преследования, изгнания 120 тысяч этнических армян, которые там жили. Большинство политиков австралийских даже не знали ничего об этом. Многие из них даже по телевизору этого не видели. То есть я, наверное, был из первых людей, кто, в принципе, до них донес эту историю. Я рассказывал не только про это, а также про Первую Карабахскую войну, про погромы в Баку и Сумгаите и так далее, о том, что в Азербайджанской ССР когда-то жило 500 000 армян, даже больше, при Советском Союзе, сегодня их нет совсем. И сегодня, кстати, годовщина сумгаитских погромов. Вот, еще и такое совпадение. 36 лет. Да. Да. 36 лет назад Азербайджан начал вот эту вот нескончаемую войну, да, с армянским народом. Да. Твои впечатления, да, вот как ты думаешь, почему? Вот, есть ли какая-то мотивация, да, почему вот в Австралии, да, такой край света, да, для нас заинтересовалась вот этим фактом этнической чистки в Нагорном Карабахе? И может ли это стать какой-то политикой, в том числе со стороны Австралии? Я думаю, прежде всего, наверное, находясь очень далеко от Австралии, большинство из нас недооценивают влияние этой страны. То есть, кроме того, что это 6-я по территории в мире страна, это огромная по территории страна, это мощнейшая экономика Юго-Восточной Азии. Она не самая большая по населению, но самая мощная по экономике, по своему влиянию. Это страна с очень мощной армией, с очень серьезными природными ресурсами, нефтегазовыми, которые, кстати, не зависят от Азербайджана и Турции и так далее, абсолютно никак, от слова никак. И там, кстати, я считаю, надо очень плотно поработать армянской дипломатии, и в Новой Зеландии тоже. То есть это страны, которые не зависят абсолютно от ваших противников, но при этом страны, которые традиционно имеют христианские ценности,
страны, которые имеют традиции уважения к правам человека, но мы не говорим про то, что происходило там с искоренением местного населения, когда британские поселенцы, да. Это было давно. Это было давно и неправда. Но сегодня эти страны имеют высочайший уровень жизни, уважение к правам человека и христианские ценности. То есть вот на этой базе надо уже действовать дальше. Австралия, она, безусловно, имеет большое значение, потому что помимо того, что у них есть голос в ООН и в различных комиссиях ООН, они еще имеют влияние на юго-восточный регион. Угу. Они входят в ASEAN, куда входят и Индонезия, и Малайзия, и Филиппины. Да. То есть там огромное количество стран, и Австралия — это их локомотив. Фактически это их локомотив. И экономически, и политически. Это очень важно иметь в виду. Вот Австралия, в том числе член AUKUS, и имеет очень хорошие отношения с США и Великобританией. Я только что говорил в вступительном своей слове, что по большой части цивилизованный мир осудил этнические чистки на Горном Карабахе, учиненные Азербайджаном этнические чистки. Возможно ли это является частью какой-то общей политики вот этих стран в направлении принуждения Азербайджану у как минимум возвращения в цивилизованное русло цивилизованных нормальных переговоров с Арменией? Поскольку мы видим, что Алиев в последнее время пытается прыгнуть уже выше своей головы и делает это явно с поддержки и не без помощи Владимира Путина. Можем ли предположить, ты был в Австралии, ты знаешь это все лучше меня, я человек, который очень далек от австралийской политики, быть частью какой-то общей линии? Я бы сказал так, что Австралия, как ты правильно сказал, она часть западного мира. И она, собственно, придерживается той же политики, плюс-минус, которой придерживаются США, Канада, Великобритания и так далее. То есть вот это англоязычного мира, назовем его так. Я заметил такую тональность. То есть я, естественно, доносил до них определенную информацию, связанную и с моим кейсом, и с ситуацией вокруг Армении, Арцаха и так далее. Но я чувствовал общую тональность, потому что они смотрят на это более глобально. То есть их интересует... Конечно, их интересует вопрос, а почему Азербайджан пошел на эти преступления? Почему он пошел на геноцид? Кто позволил этой маленькой стране, до которой никому нет дела глобально, да, вот все это совершать? И, естественно, они это смотрят в завязке с политикой Российской Федерации. То есть они в наших беседах, практически все политики говорили о том, а связан ли геноцид, который учинил Азербайджан, с войной, которую Россия ведет против Украины. То есть они спрашивали мое мнение, но я видел, что они без меня прекрасно все это понимают, что руки Алиеву развязала война на Украине и политика Российской Федерации. И я им говорил, что это правильно, то есть то, что вы говорите, так оно и есть. То есть все, что сегодня совершает Алиев, он фактически инструмент в руках Российской Федерации, он не самостоятельный. Это просто, ну, грубо говоря, как вот говорили на жаргоне, шестерка. То есть, грубо говоря, шестерка, которой дают какие-то указания, он делает. Он не самостоятельный абсолютно ни в чем. Они это знали без меня, я не открыл для них Америки. Но вот в этом вот контексте я попытался донести до них тот факт, что если вы осуждаете Российскую Федерацию, если вы поддерживаете Украину, но вы не можете игнорировать Азербайджан, который является интегральной частью агрессии против Украины. Это такая мини-России на Южном Кавказе. В общем, да, то есть через Азербайджан, собственно, идет реэкспорт российских энергоресурсов, за счет чего финансируется эта война. На самом деле они и это понимают. Но просто иногда нужен некий такой толчок. И... Во время нашей прошлой беседы мы с тобой обсуждали, что в принципе ничего не мешает и есть насущная необходимость открыть в Австралии армянское посольство. И мы видим, что действительно эта необходимость есть, есть благодатная почва. И я сегодня говорил, в том числе вот в своей части передачи авторской, что у нас есть необходимость, да, экзистенциальная необходимость проводить политику, когда Алиев и Путин, Алиев будет отождествляться во всем мире как продолжение Путина. Поскольку многие, кто не знают Алиева, Алиев слишком мелкая сошка для этого, прекрасно знают Путина, например, в той же Австралии. И если нам удастся сделать так, чтобы Алиев и Путин шли в одной связке, это во многом будет предопределять отношения цивилизованного мира в отношении Азербайджана, а значит, решит нашу самую главную проблему – предотвращение очередной вооруженной агрессии, очередных убийств со стороны алиевского режима. Тех убийств, которые сегодня Путин продолжает безнаказанно
осуществлять в Украине. Вот я хотел бы узнать твою точку зрения относительно этой политики и встретит ли эта политика, на твой взгляд, понимание в цивилизованном мире? Я думаю, в мире это понимают, но все-таки до них надо это доносить. Не надо думать, что весь мир только и живет проблемами Армении. Конечно, да, конечно. У них, помимо Армении, еще тысячи других вопросов. Спасение утопающего – дело рук самих. Конечно. Но, с другой стороны, до них надо носить информацию в правильном ключе. Действительно, нужно объяснять, что конфликт вокруг Арцаха и конфликт на Украине, они связаны между собой. Это, можно сказать, одно целое. Да. И если мы отдельно пытаемся продвигать тему Армении и Арцаха в отрыве от того, что, например, происходит с Украиной, мы не добьемся успеха. Они должны четко понимать, что это все связано с политикой Российской Федерации. И только так. И является ее продолжением. Естественно, естественно. Они это понимают, но нужно постоянно, регулярно подталкивать и объяснять. Мы, например, в Армении, как минимум на экспертном сообществе, на уровне экспертного сообщества, убеждены, что 44-дневная агрессия стала своеобразной предтечей вторжения в Украину. И она не могла быть, Россия не могла дать на это согласие, если бы еще тогда не готовилась к украинской войне. Поскольку тем самым, сообразно путинской логике, они прикрыли свои тылы на юге и обеспечили участие Турции во всех тех процессах, да? Как минимум нейтралитет Турции в плане Украины. Поэтому одно исходит из другого. Касательно Украины, я думаю, ты знаешь, несмотря на то, что ты не был в стране, что к нам собирается Владимир Зеленский. Во всяком случае, об этом опубликовали СМИ информацию, хотя это еще точно не подтверждено, но мне кажется, что вероятность этого визита достаточно высока, скажем так. Как ты думаешь, что имеет сказать нам Зеленский сегодня, с учетом того, что, согласно этой информации, он приедет также в Баку? С Зеленским очень интересная история. Кстати, по стечению обстоятельств я знал Зеленского лично еще до того, как он стал главой государства, когда он еще был артистом. И лет 8 назад мы даже с ним когда-то встречались и общались в Киеве. Я думаю, на самом деле особо-то и сказать он ничего не хочет. Я думаю, цель его приезда сюда заключается в том, что он хочет показать Западу, что он ценит сближение Армении с Западом, и вместе с тем он хочет показать, что он не, скажем так, связан с Азербайджаном. То есть сегодня Азербайджан превращается в такого же изгоя, как и Россия. То есть сегодня, например, приехать в Армению, которая стремится к каким-то демократическим изменениям, стремится диверсифицировать свою политику, это хорошо, это ты и поддерживаешь Армению, и даешь Западу сигнал, что ты находишься на правильной стороне. Но, с другой стороны, прекрасно понимаем, что Украина сегодня от Азербайджана в определенной степени зависит. То есть это получается парадокс. С одной стороны, Азербайджан участвует в агрессии против Украины, я имею в виду в финансовом плане, помогая финансировать эту агрессию. Естественно, что украинцы и Зеленский это все прекрасно понимают. С другой стороны, все-таки там есть определенная игра политическая, и игнорировать азербайджане тоже не могут. Но я замечаю, что все больше и больше стран сегодня стараются как-то дистанцироваться от Азербайджана. Даже продолжая поддерживать с ним какие-то контакты, деловые, политические, они стараются это не афишировать. Например, мы сегодня видим, что происходит между Францией и Азербайджаном. Несмотря на то, что Алиевы потратили сотни миллионов евро на реставрацию различных памятников культуры. Лувра. Лувра, в частности, Эйфелевой башни. Ну, при этом скупив кучу недвижимости вот на Елисейских полях, где мне проводил... По-моему, азербайджанское посольство рядом с Эйфелевой башней, если я не ошибаюсь. Там неподалеку, я там видел, да. И центр культуры Азербайджана, но вместо культуры там отдыхает чета Алиевых, когда они приезжают. Мне там проводил экскурсию азербайджанский оппозиционный журналист Мухаммед Мирзали, которого в том числе 10 раз ударили ножом за нашу экскурсию потом, слава богу, остался жив. И он мне показывал буквально каждый дом, где чего выкупили Алиевы, и каким образом они пытаются, значит, через свои инвестиции давить на правительство Франции. Это очень интересно. Но сегодня Азербайджан, чем больше он уходит в сторону России, тем больше он теряет поддержки на Западе. И вот здесь как раз очень интересный момент, потому что, с одной стороны, все больше и больше толкая Азербайджан в сторону России, то есть превращая Азербайджан в страну изгоя, мы теряем последние инструменты влияния на них. Хотя, возможно, мы их уже потеряли. С другой стороны, если этого не делать, то Азербайджан будет пытаться усидеть сразу на трех стульях и наносить вред дальше. Так что здесь уже надо очень аккуратно выруливать. И, надеюсь, армянские политики знают, как это делать.
Буквально вчера, кстати, мы заговорили об Алиеве. Алиев поехал в Ходжалу и фактически поставил оттуда очередной ультиматум Армении. Если очень коротко, то он потребовал, чтобы мы приняли все условия Азербайджана безоговорочно. И самое главное, чтобы мы прекратили сотрудничать с Западом. Это проявление неадекватности или это проявление политического рационализма в надежде на то, что неадекватность проявит руководство Армении и пойдет на поводу у Путина и Алиева? Что это, на твой взгляд? Вы знаешь их лучше, чем мы. Я бы сказал, я знаю Ближний Восток. Ближний Восток, я знаю восточный менталитет. Я бы сказал так, восточно-исламский менталитет, частью которого является Азербайджан. И при этом скажу, что ислам абсолютно миролюбивая, нормальная религия. Я не говорю про ислам как религию, но есть определенный менталитет, частью которого является, например, азербайджанское руководство. Это некий микс азербайджанского ислама с советским коммунизмом, что-то такое. Так их логика заключается в том, что они вот что-то пытаются взять, если ты не даешь по рукам, они возьмут еще. То есть они постоянно берут что-то еще, они не остановятся никогда, пока ты эту руку не отрубишь, либо как-то не намекнешь, что это платят. Скорее логика кочевых народов. Да, ислам они, они захватывают ислам... территории, распространяют свое влияние. То есть тот момент, когда, грубо говоря, враг получает по носу, он отходит назад. Сегодня прям можно привести пример войны Израиля в Газе. Там можно много за что критиковать Израиль. Речь сейчас не о войне как таковой. Речь идет о том, как Израиль, находящийся в меньшинстве в окружении огромного количества своих врагов, он очень жестко и болезненно бьет по ним. Я еще раз повторю, сейчас не хочу обсуждать гибель мирных жителей и так далее, тема совершенно другого разговора, но это позволяет Израилю, грубо говоря, выживать и держать регион, скажем так, в определенной стабильности. У Армении нет другого выбора, кроме как быть сильной, и я вижу, сейчас закупается вооружение, укрепляется связь с западными странами, просто другого решения нету. Только быть сильными, рассчитывать только на себя и искать новых союзников. А на что рассчитывает Алиев, как ты думаешь? Вот реально, на что он рассчитывает сейчас? Ну, прежде всего, он хочет показать по-прежнему своему народу, насколько он сильный лидер. Потому что вот в этой вот истории с Арцахом, потерянным, к сожалению, Арцах был им не нужен. Им нужен был образ врага в лице армянского народа. И он по-прежнему им нужен. И по-прежнему нужен, хотя вроде как они говорят, мы освободили Карабах. То есть, ну, надо на чем-то выезжать, он же столько лет грабит их, и собирается грабить еще ближайшие десятилетия как минимум. Кто-то должен быть, ширма должна быть, за которую он будет это делать. Потому что залог выживания клана Алиевых — это ограбление азербайджанского народа на фоне обвинения во всем армянской стороны. Казалось бы, а что еще? То есть они получили все, что хотели. Мы нужны Алиеву. Конечно. Как враги. Вы очень нужны Алиеву, но в качестве врага слабого, врага, не имеющего никакой альтернативы, загнанного в угол, блокированного, вот в качестве такого врага. И меньше всего вы ему нужны в качестве врага, который может доставить ему боль. Потому что если это случится, он потеряет авторитет среди своего собственного окружения. У меня последний вопрос. Просто я всегда это продвигаю, эту точку зрения. Я хочу, чтобы ты ее подтвердил или опроверг. Алиев — это закомплексованный человек? Я убежден, что да. Убежден, в чем что его комплексы? Откуда они идут? Если очень коротко. Я думаю, они все идут из детства. Mm-hmm. Как мы знаем, это человек, который не хотел быть главой государства, но кто-то должен продолжать этот род, его поставили. Это человек, который совершает огромное количество поступков, рассчитывая на бурные овации. Человек, который очень тщеславный. Человек, которому очень важно, чтобы его хвалили. Я вот, например, только недавно просмотрел его выступление, когда вот только вот они вот взяли Шуши, вот еще вот 40-дневную войну, и как он сокрушал там кулаком: «А, Пашинян, ха-ха-ха!» Я не мог поверить. Он вел себя, он кривлялся, я смотрел на него, мне было стыдно, честно, вот мне было стыдно. Так себя не ведет достойный лидер государства, да, и неважно, победил он, проиграл, так себя не ведет. Он кривлялся, просто кривлялся. Он настолько был в восторге, что он, по его мнению, унизил Пашиняна, по его мнению, что он просто не мог сдерживать свои эмоции. А на Востоке надо быть очень осторожен в своих эмоциях, потому что иначе можешь показать свою слабость. Будем надеяться, что так оно и произойдет. Большое тебе спасибо, Саша. Мир Хирнеш, блогер Александр Лапшина. Менкшарна Генкмир Етеля, каждый отходится это.